Здравствуйте, Лейла Хановна. Здравствуйте. Какими судьбами здесь Мишаричая? Сегодня у нас выставка, посвященная женщинам. И мои работы участвуют тоже. Прекрасно. Можешь показать свою работу? Да, вот, пожалуйста, посмотрите. Расскажите об этой работе. Это одна из работ, посвященная женщинам, которая на философскую тему, так бы я сказала. Обычно пейзажи. Но сейчас я начала новую тему с фруктами нашей страны, так скажем, нашей Родины. Я первая, у меня была серия работ с гранатами, там был три работы, и это вот одна. Буквально сегодня я закончила эту работу с нашими фруктами. Это, как вы видите, хурма. И знаете, что хурма – это один из самых популярных наших фруктов. И он очень красив. И считается здесь древняя легенда, что вкусив хурму и кушая этот фрукт, женщина становится красивой, здоровой и счастливой. Вот поэтому я в такой стилистике нарисовала ее. Долго работали над этим полотном? Я долго думала. Я обычно долго продумываю работу, но завершила ее буквально за неделю, наверное, если учесть все время в общем. То есть работа далась нетрудно? Да, работа далась нетрудно, потому что мне было очень интересно работать. Но я обычно очень долго думаю, как все расположить, идеи. То есть я не пишу все подряд, я пишу только то, что серьезно западает мне в душу. Долго думаю над этим, а потом уже работаю. Целая философия. Да, сам процесс работы не занимает столько времени, сколько ее обдумывание. Вот у меня так получается. Какие планы на лето? Лето? Я летом планирую хорошенько отдохнуть и, конечно, работать побольше, пока теплая погода, возможно, пленэры, потому что мы очень любим с друзьями выходить рисовать. Я сама иногда нахожу в парке, в центр города, рисую на природе. Также с Дадашем у нас бывает очень много выставок и всяких тоже пленэров. Работать и отдыхать, я надеюсь, все будет хорошо. Мои зрители интересуются, вы человек веселый или замкнутый? Я человек веселый, хорошо. Когда есть люди. А если когда никого нету, я могу быть замкнутой одна, когда бывает. То есть я чувствую себя в очень хорошо в веселой компании. И когда бываю одна, тоже не скучаю. Всегда нахожу себе дело, всегда нахожу себе чем заняться. Прекрасно. Спасибо, Лейла Хановна. Удачи вам. Спасибо вам большое, было очень приятно.